Гуляш из говядины – классическое блюдо венгерской кухни. Для меня это и суп, и второе. Не обойтись тут без популярной венгерской паприки. Еще понадобится картофель, болгарский перец, лук и специи. Гуляш – традиционное венгерское блюдо. Это густой суп. Готовится он на открытом огне, на плите или в духовке. Этот суп больше надо тушить, чем варить. Обжариваем говядину, готовим овощи, складываем все в кастрюлю и в духовку. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Приготовьте картофель, болгарский перец и лук. Болгарский перец должен быть разных цветов, нам надо больше ярких красок, хотя можно использовать и одного цвета. 2. Лук и чеснок очистите и отдельно взбейте в блендере. 3. Промойте и нарежьте говядину небольшими кубиками, посыпьте солью и перцем. 4. В сковороде растопите свиной жир и обжарьте на нем кусочки говядины до золотистого цвета. Жду ваших лайков и комментариев. 5. Обжаренную говядину пока отложите в сторону. 6. В сковороду, где жарилось мясо, выложите пюре из лука и слегка обжарьте, помешивая. Затем добавьте чеснок и жарьте еще пару минуток. Духовку включите на 160 градусов. 7. К луку и чесноку добавьте паприку и томатную пасту. Жарьте еще пару минут. 8. В утятницу выложите содержимое сковороды. Добавьте куриный и говяжий бульон, лавровый лист, тмин и майоран. Все перемешайте. Туда же сложите мясо. Накройте крышкой и отправляйте в духовку. 9. Запекайте гуляш в духовке час и 10 минут. За это время приготовьте болгарский перец и картошку. 10. Через час и 10 минут добавьте в утятницу нарезанные кубиками болгарский перец и картошку. Картошку предварительно очистите, запекайте еще 30 минут. 11. Гуляш из говядины готов. Подавайте с любимым хлебом и сметаной. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Теперь о составе нашего блюда. Говядина 800 грамм, луковицы 2 штуки, чеснок 4 зубчика, паприка венгерская 2-3 столовые ложек, томатная паста 1 столовая ложка, говяжий бульон 1 стакан, куриный бульон 1 стакан, говядина 600 грамм, лавровый лист 1-2 штук, майоран половина чайных ложки, тмин половина чайных ложки, болгарский перец желтый 1 штука, небольшой, болгарский перец красный 1 штука, небольшой, картошка 2 штуки, топленый свиной жир 2 столовые ложки, количество порций 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!